Впервые в администрации и по особенному поводу. Эти юноши и девушки получают свой главный документ из рук руководителя муниципалитета. В приветственном слове Дмитрий Волков отметил, что 14 лет – определенный рубеж в жизни человека. А дальше важно не лениться, упорно трудиться и открывать для себя новое. Это юридический документ, это ваша ответственность. Это того, что вы становитесь взрослее, но самое главное, вы оставайтесь самим собой. У вас должно быть очень много желания. Когда у вас есть желание заниматься спортом, кому-то желание больше читать, кому-то больше и чаще звонить маме, кому-то поехать с папой, кому-то в целом пообщаться с бабушкой. Все это движение ваше. Вот вам я, ребят, хочу пожелать, чтобы у вас побольше этого было желания. Красногорец Данила Дмитриев пришел на церемонию с мамой Еленой. Признаются, этого момента ждали с нетерпением всей семьей. Эмоции просто захватывают, просто захлестывают. И представляю, какие впечатления останутся у детей после этого. Это такое торжественное событие, первый документ, за который они сами расписались, первый документ, который уже говорит о том, что они повзрослели. Добавляется ответственность. Удивился, что только мне могут вручить паспорт. Я там маме говорю: мам, ну едь, забирай. Мама такая: нет, только ты можешь забрать. Я такой: что? Ну, типа, какая-то подстава. Ну, очень хорошие эмоции остались. Очень рад. После официальной церемонии Дмитрий Волков ответил на вопросы гостей. Они касались образования, работы транспорта, жилищно-коммунальной сферы и спорта. А это значит, что молодым гражданам не безразлична жизнь общественная. Приятный и волнительный вечер всем владельцам новых, еще хрустящих паспортов точно запомнится надолго.